Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз добрый вечер всем. Слава нашему Господу. Я, прежде чем начну проповедь, хочу сказать, что 8 часов должна быть азака. Если нас застанет она, мы просто встанем и минуту почтим всех тех евреев, которые отдали свою жизнь за эту страну, за это государство, даже за саму идею. И если кому-то это кажется недуховным, просто встаньте, постойте и все. Я считаю, что верующие люди должны быть намного более этичными и уважительными, ну, как бы, вообще к окружающим себя людям, тем более к своим. Но это я на всякий случай как бы говорю, чтобы кто-то не подумал, как это так, прервать проповедь, да, или прервать служение, это нормально. Хорошо. У нас с вами 5 глава 1 послания в Коринф, и всю главу я прочитаю, после этого начну комментарий. 1 Коринф, 5 глава. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего». И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иешуа Мессии, обще с моим духом, силою Господа нашего Иешуа Мессии, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух спасен был в день Господа нашего Иешуа Мессии. Нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Машиах закланы за нас, посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Аминь. Итак, рабби Шауль говорит, что до него дошел слух, и это проверено, что внутри общины присутствует очень серьезный грех. Кто-то имеет вместо жены свою мачеху. Жена отца, если бы это была мать, он бы написал «мать», но поскольку он пишет «жена отца», это мачеха, то есть не родная мать этого человека. Ну, мы прекрасно с вами знаем, что в Танахе это запрещено было, и в книге Левит написано «не входи к жене отца твоего, да, и не обнажай наготу». Таким образом, как бы, совершается грех. Книга Левит, 18 глава, 8 стих. Римское право тоже запрещало подобные отношения, но коринфянская община, она как бы, находясь в самом городе в Коринфе, а Коринф как бы на него не распространялось вот римское право, причем во многих вопросах. И, видимо, поэтому люди на эти вещи смотрели как бы снисходительно и довольно свободно. Здесь мы можем увидеть такой вот хороший пример наличия даров. И то, что эти дары не защищают общину от греха. Людям иногда кажется, что если человек имеет какие-то духовные дары, это автоматически его ограждает от греха или от зла, потому что, ну, как бы, он же духовный, он же одаренный, и поэтому, конечно, в его жизни такое быть не может.
На самом деле люди, которые наделены дарами Святого Духа, и этими дарами служат в собрании, само собрание, и этот человек подвергается еще большим атакам сатаны, потому что те, которые за пределами находятся общины или тела Мессии, они и так принадлежат лукавому. Особое внимание он как раз уделяет людям, которые уже служат, которые уже покаялись, для того, чтобы как можно сильнее опорочить имя Бога. Потому что в жизни таких людей не то, что не прославляется Бог, а из-за таких даже у язычников может хулиться имя Божье. Поэтому сам по себе этот факт был вопиющим нарушением и отклонением на самом деле от нормы. Все это показывает такое, знаете, очень серьезное состояние проблемы самого города Коринфа и общины вот в Коринфе. Я думаю, что сегодня очень похожие процессы могут происходить в общинах, которые находятся в крупных городах, мегаполисы. Потому что там очень свободные нравы проповедуются. Глубинка, как правило, менее приближена, что ли, вот к этой свободной жизни. Поэтому ощущается сегодня такое вот влияние Запада, именно Америка, Европа, это Европа старый мир, Америка новый мир, но все это западная цивилизация. И на церковь, как на таковую, происходит очень сильная экспансия вот со стороны именно этих культур, потому что они пытаются подмять под себя церковь для того, чтобы там тоже считали, что вот это нормально. Однополые браки, например, сегодня. Очень активно эта тема и агрессивной форме такой насаждается везде и всюду. Везде и всюду. И территория, которую более всего хотят продавить вот этим вопросом, это церковь. Я вам скажу почему. И я действительно хочу немножко как бы коснуться вот этого вопроса, чтобы мы понимали, насколько все серьезно. Буквально несколько дней назад с одним служителем тоже я говорил об этом. И как бы я сказал, меня не устраивает толерантное отношение вот служителей, в частности в Израиле. И служители, которые как бы, они в своих общинах вроде бы там пока этого нет ничего, да? Но люди считают, что ну нормально с ними, можно общаться. В принципе, нормальные люди и все такое. В чем здесь проблема? Дело в том, что у нас вообще у людей есть несколько очень таких базовых, фундаментальных момента самоидентификации. Один из этих фундаментальных моментов самоидентификации как раз является половой признак. То есть мужчина себя идентифицирует как мужчину, и поведение его должно соответствовать этой самоидентификации. Понимаете, о чем я говорю? Женщина точно так же. Но если лишить человека, как бы людям что говорят? Ну, они такими родились, на самом деле, вот я точно знаю, они такими становятся. Наркоманом же никто не рождается. Может быть врожденная зависимость у ребенка, да, если папа и мама, или мама употребляла. Но пока ребенок находится в младенческом возрасте, его очень быстро и легко выведут из зависимости, то, что касается тела, потому что основная зависимость находится не в крови, а вот здесь. Это отдельная тема, я сейчас не буду ее развивать. Не в крови. То есть человек, если не помнит и не знает этих ощущений и переживаний, и ничего с ним не случится. Яркий тому пример я вам могу сказать. Люди, которые перенесли операцию, им просто колят лекарства. И они думают, что им колят лекарства. И 10 дней человеку могут колоть морфий, а иногда и месяц. Иногда и месяц, причем колят через день. Морфий, через день там амнопон или промедол, еще какой-нибудь обезболивающее, для того, чтобы не было привыкания. Потому что организм
человека перестает реагировать на вот этот медицинский подавляющий фактор боли, и потом снова человек чувствует боль. Понимаете? Кто-то может не поверить, но я вам скажу, что я много лет уже свободен, очень много лет. До сих пор вот зубной врач, который лечит мне зубы, заказывает специально обезболивающее для меня. Обычное не работает. Почти 20 лет прошло, как я свободен. Не так все быстро и просто. Так вот, эти люди потом не становятся наркозависимыми. Почему? Они думают, что им колят лекарства. Они в полусонном состоянии. Им никто не объясняет, как от этого получить наслаждение и так далее. Но стоит человеку неделю просто вот употреблять наркотик где-нибудь с кем-то, и он уже становится зависимым. И эта зависимость, я еще раз подчеркиваю, в большей степени психологическая. То есть психоз – это душа, на уровне душевном происходит фиксация. Каждый прием – это зафиксированное еще раз состояние. Вот эти люди делают то же самое. Поэтому сатан хочет лишить человеческий род нормальной самоидентификации. Мужчина не знает, что он мужчина. Он может и быть и таким, и таким. И если он как бы такой, он как бы не понимает, у человека внутри нету то, что мы называем битахон ацми, у него нету самоуверенности. Он не знает, кто он. Когда мы не знаем, кто мы в прострации, мы растеряны. С нами можно делать все, что угодно. То же самое женщина. И следующий такой базовый очень момент самоидентификации – это вера человека. То есть человек, который верит в Бога, вообще мы уже говорили много раз, всем верующие, даже те, кто не верующие, они тоже верят. Просто кто-то верит, что Бога нет, а кто-то верит в свои физические силы, кто-то верит в природную красоту, которая ему или ей дана. И человек опирается в своей жизни на это, и он верит, что это его продвинет, это ему обеспечит какой-то успех. Верующие в Бога знают, что мы зависим от Бога. Но если лишить человека этого, снова он теряет свою самоидентификацию. Он не знает, кому он принадлежит. Он не знает вообще, в чем его цель. Потому что, когда мы себя четко определяем, мужчина или женщина, или верующий, или неверующий, от этого что зависит? Линия поведения в жизни. Правильно или нет? А линия поведения в жизни формируется сознанием и восприятием окружающего мира через вот это самосознание. То есть я понимаю это вот так. Почему? Потому что меня этому учит Бог через свое слово. А тогда понятно. Даже если совсем непонятно, то понятно, что это верующий, и с ним все ясно. И это уже хорошо, когда все ясно. Вот когда не ясно, это проблема. Поэтому, конечно же, здесь вот это просто пример, я еще раз подчеркиваю, потому что я не думаю, что сегодня где-то в общинах или в собрании могут быть подобные вещи. Просто в Коринфе на это был свой взгляд, свое понимание, поэтому смотрели снисходительно на эти вещи. Что-то им позволяло так думать. Но Павел говорит, что это очень серьезный грех. И, развивая свою мысль, он говорит, что вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. Чем гордится коринфянская община наличием даров Святого Духа? Бо у нас все есть. Все у нас есть. Он говорит, а у вас горе, вам плакать надо. Почему? При наличии даров вы не можете определить проблему внутри себя. Вы не можете себе поставить правильный диагноз. А если нет диагностики, отсутствует лечение. Когда отсутствует лечение, что происходит? Болезнь становится хронической и в итоге убивает тело. Правильно или нет? Логическая цепь вполне прозрачная и видна.
И он говорит, вместо того, чтобы лучше плакать, чтобы изъят был из вашей среды, сделавший такое. Люди продолжают считать, что у них все в порядке, ну там как бы живут вот так вот люди, и ничего, главное в общину ходят, вот, и тут все в порядке. Павел говорит, что он хочет, чтобы вместе с ним в духе община согласилась применить дисциплинарное наказание к этому человеку. Чтобы община подтвердила уже принятое им решение. Он хочет этого, потому что знает, что в этом будет сила. И пятый стих говорит, что он хочет предать сатане, этого человека, возмуждение плоти, чтобы дух был спасен. Что это значит? Отдать сатане возмуждение плоти – это фактически полностью снять с человека всякого рода защиту. И я вам скажу, мне иногда, вот у нас несколько раз, кстати, были вот в собрании, кто давно уже, случаи, да, и были даже случаи с блудодеянием, да, и прелюбодеяние было, то я в этом случае, конечно, применяю наказание, и я такого человека беру на отлучение. Это естественно. Изоляция нужна. И как бы кому-то кажется это слишком жестко, как бы, ну, кто-то думает вот так. Знаете, духовность – это не то же самое, что и толерантность. Или там милосердие, как бы проявить слабость. Это фактически пустить грех. Ну, хороший человек, ничего страшного. Да нет, это страшные вещи. И это нехорошо. И иногда спрашивают, как бы молиться за этих людей, или что там, ну, как бы... Ну, я иногда говорю, ну, есть у тебя желание, молись. Я не молюсь. Почему? Здесь написано. И вы откройте просто любой комментарий. Херем, то, что в иудаизме есть четыре основных как бы степени дисциплинарного влияния на человека. Незифа – это замечание. Нида – это на неделю человек изолируется. Например, как было с Мирьям. Помни, да? Или рассказывать случай. Если ничего не происходит, в этот, вот эти два шалава, два шага вот этих, следующее – херем. Херем – это человек отделяется от общины конкретно. Неда может продлена быть до месяца, и иногда дольше даже. Херем – это конкретно человек не может даже в собрание ходить. То есть у нас до этого не доходило. Таким людям я разрешаю посещать собрание, но вместе мы не кушаем. И здесь так написано, да, вот мы сегодня прочитали. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем. 11 стих, я еще буду комментировать. Написано, с таким даже не кушать. Так вот, херем – это когда полностью снимается молитвенная защита человека. Не молятся за него. Отдается сатане. Все. Да. И это очень серьезно. В христианстве, к сожалению, таких понятий нету. А как бы нужно, чтобы человек почувствовал, что он просто оказывается в духовном вакуумном пространстве. Опереться не на что. И малейшее соприкосновение с какими-то внешними факторами выводит систему из равновесия. Кто в школе помнит по школе, что такое, когда тела в вакууме сталкиваются, да, большое с маленьким или два одинаковые? Кто помнит, поднимите руку. Если нет, я буду все это рассказывать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Никто не знает. Вакуум – это безвоздушное пространство, отсутствие силы притяжения. Гравитация сохраняется, гравитационные силы. Поэтому, если
одно тело соударяется или соприкасается с другим, это закон Ньютона, да, то в расчет этого уравнения берется масса тела и скорость этого тела. Это та энергия, которая высвобождается при столкновении. Естественно, если тела одинаковой массы, да, там тоже уже включатся моменты. То есть, если произошло столкновение лоб в лоб, они просто должны остановиться, по идее. Но, как правило, такого не происходит, поэтому момент, крутящий момент, да, или там, это именно крутящий момент, включается, и тела могут начать вращение от удара просто, да. Скорость меняется, то есть траектория меняется, отваливаются куски какие-то от этого тела. Вот это все может происходить в духовном мире с человеком, когда он начинает сталкиваться с проблемами. Когда мы сегодня находимся в общине, многие из нас даже не чувствуют, что есть очень сильная защита, молитвенная защита. И те внешние воздействия, которые на нас происходят, родители молятся за детей, дети за родителей, верующие за верующих, все мы друг за друга, на домашних группах и так далее. Это все создает защиту, определенный буфер в духовном мире. Поэтому удары, которые нам кажутся сильными, на самом деле гораздо слабее. Но мы их ощущаем как сильные, средние или слабые, это не важно. Мы их ощущаем. Но если убрать эту молитвенную поддержку, вы даже не представляете, что произойдет. И Павел говорит, вот с этого человека, предав его херем, надо снять полностью всякую защиту. Вот это и есть предать сатане возмождение плоти, чтобы дух был спасен. Если этот человек рожден свыше, но вот так себя ведет, отдается вот он сатане возмождение плоти, то есть он живет только по плоти, естественно, теперь. Как правило, это люди, которые не там и не тут. Мир тоже их не принимает как своих. Это как бы люди становятся изгоями, вот вроде человеческом. Он же был верующий, а сейчас вот вроде как с нами, вроде пытается что-то там сказать, это правильно, это неправильно. Я не знаю, может кто-то и сталкивался, или видел такое со стороны, это страшные вещи. Когда человек не живет в общине, не живет как верующий, но типа верующий. Сам дома молится, сам там что-то. Но живет во грехах. Защита отсутствует. И последнее, чтобы уже мысль закончить, это карет. Четвертая и окончательная стадия отлучения. Карет распространяется на земную жизнь и на будущий век. Самая страшная и самая последняя стадия отсечения человека – во-первых, от общества израильского, ну это по Танаху, естественно, от среды верующих людей имеется в виду. И второе, в будущем веке тоже он лишается надежды всякой. Так вот, именно такую смерть претерпел Машиах. Карет – это смерть, посылаемая небом. Это то, что написано в словаре. Смерть, посылаемая небом, причем в раннем возрасте. Человек умирает даже не в средние годы, а чуть раньше. И это внезапная смерть. Это внезапная смерть. Написано в книге пророка Даниила, 9 глава, 26 стихом, «Машиах икарет веэнло». Именно такой смертью должен был умереть Машиах. И если это исследовать дальше по пророчествам, вы найдете, что, допустим, Ишаяху пишет «Нигзар ми арец хаим», то есть отсечен был от земли живых. Это очень, очень как бы параллельные места. Машиах и карет в энло, нигзар ми эрец хаим. То же самое. Машиах был отсечен, но статус внутренний его был настолько чистым, что когда он воскрес, он воскрес во славе, и вот всем вот этим победил смерть и победил все проблемы. Но именно он был отсечен от земли живых, срезан буквально. Знаете, вот как мачете срубить ветку, резко вот так. И в этом была его жертва, в этом было его победное действие. Поэтому, когда это сделал Машиах,
Он это сделал для того, чтобы с нами не произошло подобное отсечение. Тут за грехи, в будущем веке как следствие уже этих грехов. Поэтому то, о чем здесь говорит Павел, это третье и, ну скажем так, предпоследняя и наиболее тяжелая стадия, когда человека предают херем, предают его вот такому вот бойкоту, отсечению, изоляции от тела Мессии. Дальше Рабби Шауль объясняет, почему он это делает. Шестой стих. Снова он говорит, нечем вам хвалиться. Возможно, у них было очень сильное служение, прославление, проповедь, я не знаю. Может быть, как-то действовали дары Святого Духа, исцелялись люди там. Все что угодно может быть, это первый век. Он говорит, нечем вам хвалиться. Знаете, сегодня очень часто хотят обратить внимание людей на то, что происходит. Чудеса там, тут. Люди живут чудесами. Рабби Шауль говорит, нечем вам хвалиться. Понимаете, даже если каждый день кто-то будет исцеляться, но при этом будет грех, хвалиться нечем. И что легче? Победить грех или чтобы кто-то воскрес из мертвых? А? Вопрос. Или что ценнее? Я по-другому его вспомнил. Что ценнее для Бога, как вы думаете? Чистота. Однозначно. Чистота. Причем для того, чтобы достигнуть чистоты, друзья, нужно невероятные усилия. Согласны? Когда происходит чудо, оно всегда происходит силой у Бога, а не святостью этого человека. Это все в Писании написано. Когда Петр и Иоанн, помните, подняли хромого, они говорят, что вы на нас смотрите, как будто мы своей святостью это сделали. Это Бог сделал. Другое дело, все понимают, что Бог отвечает на молитвы святых. Там как бы такая связь прослеживается. Но дело в том, что исцеление на этой земле не всегда от Бога. И очень много фальсификаций и подделок. К большому моему сожалению. Очень много. Сегодня особенно много фальсификаций. Но даже если учесть, что все произошло как есть, фальсификация может быть на духовном уровне. Источником может быть не Бог, а сатан. Каким образом, спросите вы, когда мы будем изучать книгу Откровения, вы увидите, что у Антихриста рана исцелится, смертельная на голове. Огонь с неба будет сводить. А ну попробуйте огонь с неба не извести. Вот так вот помолиться, положить там что-нибудь, чтобы оно загорелось. Понимаете, это все фальсификация. Почему фальсификация? Потому что все это не ведет человека к покаянию. Все это не ведет человека к вечной жизни. А проповедь о чистоте и святости ведет человека к вечной жизни через покаяние. И поэтому людям кажется намного сильнее, если будут происходить чудеса и знамения. А иногда люди даже привирают, чтобы как бы они были. А я считаю, так как считает Рабби Шауль, намного важнее, чтобы была чистота, чтобы было правильное отношение к Богу и друг к другу у нас. Потому что даже если человек исцелится, а потом умрет и пойдет в ад, какая польза от того, что он исцелился? Скажите мне, пожалуйста. Перед лицом вечности не имеет это значения. Нам, живущим на земле, кажется, о, он еще 20 лет прожил. Но тогда, когда он попадет в вечность, вот эти 20 лет он и не вспомнит. Понимаете? Это меньше, чем мгновение даже. Потому что наш мозг не воспринимает, что такое вечность. Или бесконечность. Мы можем об этом говорить, размышлять и даже изобразить это графически и математически,
Но это никогда не будет отражать действительности, что такое бесконечность. Потому что мы конечны. Наш разум имеет начало и конец. Мы ограничены. И вот эта ограниченность наша не позволяет нам выйти за рамки и понять, что такое безграничность. Мы оперируем этим понятием сугубо теоретически, подразумевая под этим что-то большее, чем то, что нам известно, не зная на самом деле до конца, что это по природе своей. И поэтому Рабби Шауль говорит, нечем вам хвалиться. При колоссальном наличии даров хвалиться нечем. Я думаю, что это слово должно помочь каждому из нас, все, кто наделены дарами Святого Духа, не гордиться этими дарами, а понимать, что они просто даны нам Богом, и не наша в этом заслуга. И главное усилия направлять, конечно же, на борьбу со грехом. Безусловно, мы должны разогревать в себе дары, то есть возогревать дар, это значит работать над ним, развивать его, не быть пассивным. Я когда-то прочитал, и не помню уже где, что такие люди, как там, Паганини, например, ну, супер талантливые, это 98% работа, 2% только талант. То есть дар, который есть, это 2%. Все остальное тяжелейший труд ежедневный, который позволяет развить вот эти 2% до такого высокого уровня. Поэтому даже при наличии даров, будем считать, это всего 2% от того, что мы делаем для Бога. Опять же, это делаю не я, а дар. И не ты, а дар, который в тебе. Но 98% это должна быть тяжелая работа. Над чем? На своем поле. Я кажу на Украине у своем огороде. Ветки, камни, колючки. Все время надо чистить. У нас что, не все с Украины? Я знаю, я шучу. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Вопрос, вы что, не в курсе? Вы не знаете таких простых вещей? Ну, конечно, все это знают. В то время еще, во-первых, не были запрещены дрожжи, а пользовались закваской. Закваска, кто знает, поднимите руку, братья и сестры, что такое закваска? Ясно, не все. Значит, берется мука, смешивается с водой, ясно? И оставляется. Чем теплее, тем быстрее идет процесс. Когда вода смешивается с мукой, кроме этого, там еще присутствует самый серьезный окислитель, который есть у нас, кислород. Начинается процесс окисления. И вот этот вот тесто с водой, ну, тесто или ее жидкое, обычно ее делают жиденькое такое. Она скисает, она заквашивается. Там заводятся бактерии. И если вот эту закваску влить в тесто, очень быстро и вымешать, да, очень быстро тесто заквасится вот этой закваской. То есть это знают все хозяйки и даже те, кто не пекут хлеб, знают про это. То же самое происходит с грехом. И Рабби Шауль говорит, ребята, если вы думаете, что это не страшно, так я вам хочу сказать, что это таки, да, страшно. Почему? Потому что вот этот грех, он как закваска маленькая, заквасит всю общину. И дальше он, вот сравнение идет. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песах наш, Машиах, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со предзнаками чистоты и истины. Аминь. Почему здесь говорится о Песахе? Потому что в данном случае закваска сравнивается с ветхим человеком, который
портит новое начало. Что такое новое начало? Это новый замес. Вот ты тесто замесил, оно пока пресное. Когда еврейский народ вышел из Египта, они совершили Песах. И мы с вами вот совершили Песах недавно, так? В чем суть вообще Песаха? И это, кстати, отвечает на вопрос, почему у нас, у евреев, два раза Новый год. У всех один раз Новый год, а у нас два раза. Причем наших два раза не попадают на тот один, который есть у них. А? Почему? Да потому что языческий мир празднует Новый год по обновленному солнцу. 25 декабря – это день зимнего солнцестояния. Понятно? И через 5 дней начинается новый этап. У них Новый год. То есть языческий мир привязан к идолам, к своим праздникам, к своим объектам поклонения. Еврейский народ точно так же. Мы привязаны к нашему объекту поклонения. Это Бог. Теперь. Рош ха-Шана, который в сентябре, или там сентябрь-октябрь, это может даже быть плавающий нас. Это сотворение мира, откуда идет полностью начало. Это Новый год. Рош ха-Шана. Но когда евреи выходят из Египта, Бог говорит, месяц этот, Нисан, будет у вас первым месяцем в году. Помним, да, мы это все? И у людей возникает вопрос, так, а как же тот Новый год? Тоже будет. И это будет. Вот знаете, людям трудно это вместить, понять. И теология такая же. Или так, или ты еретик. Восточная теология, 2-3 мнения могут существовать. У нас даже два Новых года, может быть, и есть. И вот с этого весеннего месяца Нисан начинается отсчет нового этапа жизни для нового народа, который между народами не числится, который имеет абсолютно свою идентификационную принадлежность к Создателю мира. И именно вот с этого Нового года, с месяца Нисана, отсчитывается череда первосвященников, которые должны служить в храме и в Мишкане. Фактически, это отметка для духовной жизни этого народа. Новый этап, новое состояние. Понимаете? Новое тесто. Поэтому он говорит, нельзя в это новое тесто засунуть закваску, вот там, что было, которое в Египте. Поэтому опресноки. Кушают с опресноками в Песах. Жизнь в Боге должна быть пресной, не заквашенная грехом. Не отвлекайтесь, пожалуйста, на деток. Пусть ходят, все нормально, просто не отвлекайтесь, сосредотачивайтесь. Важные вещи мы сегодня понимать должны. Один грех, к которому относятся снисходительно, может осквернить всю общину. Малая закваска квасит все тесто. И новое тесто – это новый человек, созданный по образу и подобию Иешуа Мессии. Потому что тот образ и подобие, который вложен был в нас Богом в момент сотворения, очень сильно мы потеряли. Когда приходит Машиах, он говорит, следуй за мной. И идея в том, что мы должны быть похожими на Него. То есть удалять эту закваску. Поэтому вы знаете, да, с чего начинается Песах? Биур сеор. Удалить все квасное из дома. Каждый год напоминается, вообще это благодать какая, каждый год людям напоминается пересмотреть свою жизнь и удалить из нее то, что нехорошо. Большое благословение, я считаю, когда вот в этих праздниках мы видим такие сильные очень установки в свою жизнь и напоминания.
Ну и, безусловно, информация о Мессии. В новом тесте не должно быть старой закваски. Другими словами, что такое община? Это новое тесто, это новая формация людей, которые согласились жить по законам этой книги, а не по законам этого мира. И мы всеми силами пытаемся изменить себя, особенно свой характер, правильно? Потому что то, что касается того греха, вот, о котором мы говорим, это даже не на уровне характера, это на уровне инстинкта. Это вложено в человека Богом изначально, но должно контролироваться человеком. Понимаете? На самом деле влечение к противоположному полу – это огромное благословение для нас. И не только потому, что дети рождаются, есть продолжение рода. Это колоссальный вообще стимул для человека, для его творческой деятельности, для его работы, для его посвящения Богу. Колоссальный стимул в этом есть. Его просто нужно правильно использовать. Это как ветер, который должен надувать наш парус. И это все, я еще раз подчеркиваю, не в характере у нас, а глубже гораздо. И дьявол использует вот эти благословения против человека. Понимаете? Он как бы говорит, ну у тебя есть влечение? Ну давай, что хочешь делай. Спасибо. Можете садиться. Новое тесто должно быть подобно преснокам и должно быть свободно от старой закваски. Как мы уже сказали, дьявол очень часто пытается использовать вот благословение против людей. Другие примеры я вам приведу. Например, вот люди говорят, мне некогда ходить в собрание, вот в общину. Почему? Я много работаю. Работаю. Работа – это хорошо ведь, правда? Это высокая мотивация, как будто бы. Или у меня дети, и надо время детям уделять. Высокая мотивация – дети. Вроде как забота о них. Но что ты предложишь своим детям? В духовном плане вопрос. Это не замечается. То есть очень часто добрые вещи, воспитание детей, работа, профессия, учеба. Или, как я уже сказал, фундаментальные такие вот моменты, которые есть у нас, используются дьяволом против человека. И мы через Божье Слово должны иметь мудрость, чтобы видеть и понимать. В этом отрывке мы видим очень четкое как бы, объяснение, понимание того, что жизнь наша, настоящая, складывается не от чудес. Человек может видеть чудеса хоть каждый день. И что? И ничто. И пойдет в ад потом. Более того, если он каждый день будет видеть чудеса, ему через неделю уже неинтересно будет. Я вчера это видел, и месяц назад видел, типа, что ты мне, огонь с неба. Ну каждый день он с неба. Что ты, чем ты меня удивил? Ничем. Люди очень быстро привыкают к этим вещам. И вот этот стимул, как бы стимул, как будто допинг, знаете, на котором некоторые пытаются жить. Не нужно этого делать.
Нигде в Писании вы не найдете, что человек спасается чудесами. Везде найдете верой. Верой праведной, верою жив будет. Цадик бы ему на то и хе. Так написано. А не чудесами. Для меня самый сильный такой пример, это 10 глава Евангелия от Иоанна, 41 стих, если я не ошибаюсь. Там написано про Иоанна Крестителя, что он никакого чуда не сотворил вообще ни разу. Но все, что он говорил об Иисусе, было правда. Представляете, какая высота? Вот это уровень. Никакого чуда. Пришел в духе Илии человек. А Илия и огонь с неба сводил, и не раз. Помните? Он приходит, говорит, человек Божий, тебя там царь зовет. Он говорит, ну, если я Божий человек, пускай огонь с неба сойдет и попалит вас. Раз. И так два раза. И на жертвенник сошел огонь потом, помните? И небо закрыл, потом открыл молитвами. А Иоанн Креститель пришел в его духе, написано. Так или нет? И в чем была его похожесть, как вы думаете? Да в том, что он обличал во грехе. Он обличал во грехе и призывал к покаянию. Вот в чем идентификационное сходство Иоанна Крестителя с пророком Илиягу, а не в том, что один делал чудеса, а второй не смог. Потому что на этом очень часто отвлекается внимание людей. Я хочу вас всех, как бы сказать вам, чтобы вы держали это в сердце своем. Я верю, что Бог любое чудо может сделать. И я готов принять от Бога все это. Но даже если этого не будет, я все равно буду идти за Ним. Мне не обязательно видеть чудеса, чтобы идти за Богом. И вы не будьте падкими на эти вещи. А там такое. Там такое. Мне иногда, знаете, говорят, слушай, что ты такой циник? Я говорю, я не циник, просто много обмана. Хочу убедиться. Там внучек говорит, там такое приезжает. Ну, хорошо. Надо, значит, пригласить человека без ноги, например. Чтобы он помолился, и нога пусть вырастет. Хорошо же будет человеку, если нога у него вырастет опять. Правильно? Иисус же мог ухо приложить, и приросло это ухо. Или там у нас вот есть люди, которые сильно больны. Пусть бы пришел, помолился за этих людей. Я бы хотел, чтобы все они исцелились. Не идут люди на такой вот шаг. Все должно быть в общем и как бы. И тогда я понимаю, что-то здесь не то. Несмотря на то, что в нашей общине были уже исцеления. Поэтому я говорю, я все принимаю, во все верю. Есть очень интересные вот стихи, это в притчах, можете не открывать, я просто вам прочту. То, что касается, допустим, вот противостояния греху, я думаю, всем понятно, да, что без закона или без понимания закона невозможны эти вещи. Ну вот стих. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вот такие вот есть стихи в притчах. Это из притчи. Дальше Павел объясняет, что он говорит, я вам в послании написал, это то послание, которое до нас не дошло. У нас первое послание в Коринф, фактически это второе послание в Коринф. А то, что второе, это третье. Посмотрите 9 стих. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. Вот это послание было, по идее, первым, оно не дошло до нас. И, впрочем, не вообще с блудниками этого мира. Я сейчас не буду снова текст читать, объясню, в чем идея. Рабби Шауль объясняет, что люди, которые находятся в миру, за пределами общины, и могут сюда приходить, мирские люди, слушать проповедь, чтобы покаяться, с ними можно и нужно общаться. И они, естественно, живут в блуде, кто-то ворует, да? Лихоимец может быть, вор,
Можно и нужно общаться с ними, просто не делать с ними то, что делают они. Общаться – это значит иметь беседу. Понимаете? Или нейтральные какие-то вещи делать. Например, если это вор, например, я говорю, если это вор, то можно с ним пойти в баню попариться, а потом за чаем сказать ему еще раз благую весть. Понимаете? Если это блудник, ну вот он живет сожительствуя с кем-то, ну как ему? Ему постепенно только можно объяснить, что надо исправить эти вещи. То с ним можно пойти на выставку, например, куда-то, да? Или там грибы собирать. И поговорить с ним. Покушать, сесть там на траве, покушать в лесу. Все. Но когда человек говорит, что он брат во Христе, и он блудник, вор или лихаимец, вот с таким нельзя даже кушать с одного стола. Понимаете разницу? И почему я и говорю, что я не спешу, допустим, преподать человеку водное крещение, твила, то, что мы называем. Почему? После того, как человек вступит в завет с Богом, он переходит в новый статус, он становится телом Мессии. И если он теперь будет эти нарушения делать, я обязан теперь к нему применять жесткие меры. И я поэтому не спешу. Мне лучше, чтобы человек не принял пока водное крещение. Пускай он пока не примет причастие. Это тоже не гарантия спасения. Потому что грешник, который покаялся на кресте, он же тоже не крестился в воде и причастие не принимал. Но Иисус ему сказал, ныне же будешь со мною в раю. Правильно? Значит, спасение – это то, что внутри человека, то, что в сердце. Твила или погружение в воду – это ритуальное омовение от грехов, которое нужно сделать тогда, когда уже в сердце произошла вот эта перемена. Тогда есть смысл и вступить с Богом в договор, вот в завет. Что вступив в договор без Святого Духа, ты не сможешь этот договор просто выполнить. А мы знаем из Писания, что это обещание Богу доброй совести. Так говорится о погружении в воду. Поэтому я просто объясняю для вас, чтобы вы не подумали, что как бы иногда вот я оттягиваю крещение. Есть такой момент. Я хочу убедиться, что человек нормально уже закрепился, стоит на ногах. Зачем его сегодня покрестило, через месяц на отлучение брать? Ну какой смысл? Или на замечание? Понимаете? Лучше ему оставаться пока вот в этом состоянии. И я думаю, что мы должны как бы нормально видеть и понимать эти вещи. Это фактически мое уважение вот к человеку и проявление внимания и как бы что ли вот определенный такой кредит, который выдается, да? Ну давайте не спешим, давайте подождем чуть-чуть. Уже ты чувствуешь силы есть все, да? И я вам скажу, когда человек вступает в завет с Богом через водное крещение. Вот это водное крещение становится колоссальным стимулом теперь. Действительно держаться изо всех сил за Господа и идти за Ним. Поэтому, да, допустим, не каждый выходит сюда и принимает причастие, но от этого мое уважение к человеку не становится меньше. Вы знаете, если люди у нас курят, тоже не принимают причастие, но я их считаю такими же братьями, как и всех остальных. Мы еще дойдем с вами, я думаю, будем говорить об этом. Это люди верующие и рождены свыше. Но нет у них сил жить по духу. Живут по плоти. Наши братья все равно. Израильский стан, когда шел, о всех беспокоились. Но мы должны помнить, кого всегда атаковал Амалик, те, что сзади. Понимаете, да? Те, которые сзади. Поэтому не надо быть в отстающих. Будьте в середине стана, а не в арьергарде. Обоз – это как раз то место, которое слабое, вот тыл. Поэтому Рабби Шауль говорит, что
Он не судит внешних, то есть неверующих вот этих. Их будет судить Бог, если они не покаются. А нам нужно работать с этими людьми, свидетельствуя им о Божьей любви. Вот так примерно выглядит расстановка. Поэтому, видите, даже люди, блудники, лихаимцы, идолослужители, злоречивые, пьяницы, хищники. Можно с таким общаться, но нельзя с ними под одно ярмо становиться. Это другая уже тема. И пример – это царь Иосафат, если кто помнит, который вступил в альянс с Ахавом нечестивым, и весь флот был разбит его. То есть он очень большую потерпел потерю финансовую. Вы же понимаете, что такое царь, который построил корабли, снарядил команды, и все это в море пропало. Потеря очень серьезная. Поэтому это общий, как бы такая общая канва, то, что касается извержения нераскаявшихся грешников из среды общины. Фактически мы удаляем заразу, да? То есть если у человека гноится рана, что делают с этим? Гной чистят, правильно или нет? Это больно? Это очень больно. Но чистят? Чистят. То есть удаляют из среды тела заразу вот эту. Прижигают обязательно. Если ничего нет, соль. Хорошо. Соль на раны сыпать, да. Это те поют, не соль, не сыпь на рану мне. А что же еще, как не соль? Да. Прижгет, и все, остановится вот этот процесс гниения. Очень сильная дезинфекция происходит. А сатан поет «не сыпь, не соль на рану». У него все наоборот. Вот Миша, я помню, я у Миши научился, он мне это, от него я услышал, что вот эта соль – это белая смерть, да? А Михаил говорит, Библия говорит, соль – добрая вещь. Понимаете, да? Библия говорит, соль – добрая вещь. Это соль нельзя кушать. Надо и нужно. Библия говорит, добрая вещь. В меру только. В меру. Все должно быть в меру. Поэтому, возлюбленные, друзья мои, братья и сестры, давайте не будем, как бы, идти на поводу этого мира. Потому что вот эти все песни, ну-ка все вместе уши развесьте, тоже из этой оперы. Мы не будем так. Мы будем уши на макушке держать и слушать голос Святого Духа. Пускай нас Бог в этом благословит. Аминь.